Приветствую вас, как минимум у человека к вам развивается привязанность, как минимум человек проявляет к вам свою симпатию, продемонстрирует, показывает, что вы для него становитесь все более и более важное, что вы для него становитесь все более и более ценной. Вот. Это как минимум. Вот как минимум так. Что там дальше? Что там дальше происходит, да? Этого мы знать, конечно, не можем. Вот, мы не можем знать, как он к вам относится и почему. Мы не можем знать, играет ли он с вами или нет, и какие, собственно говоря, у него вообще намерения по отношению к вам. Вот, но очевидно, что его значимость ваша повышается для него. Вот, исходя из того, что вы пишете, исходя из его поведения, исходя из его действий, ну, в вашу сторону, собственно говоря. Вот, это так. То есть, вот, вы становитесь для него значимыми. Что это? Привязка ли, либо это какие-то корыстные цели, какой-то корыстный интерес, мы наверняка знать не можем, я полагаю, вот, да и в целом, наверное, не должны мы этого знать, потому что это ваши отношения, это ваши, ну, ваша жизнь, вот, и мне, соответственно, представляется, что вот вы как-то, ну, не очень уверены в себе, да, мне кажется, вы совершенно вот в себе не уверены, если честно. Вот, и это, конечно, накладывает определенный отпечаток на то, что вы делаете, на то, как вы себя ведете. Вот. Мне думается, что вам самой будет спокойнее, если вы определитесь для себя сейчас, что для вас значит муж, то есть мужчина, которого вы выбрали себе в мужья, человека, с которым вы решили жить вместе, которому вы решили посвятить свою жизнь. И что значит для вас любовник, да? То есть не в том смысле, чтобы вас как-то, ну, пытаться, значит, обвинить, например, в том, что вы не должны поступать, вот, так, как поступаете. Вот, я полагаю, что это, в общем-то, ну, исключительно ваше дело, да, я полагаю, что это полностью ваше право, как распоряжаться своей жизнью. Вот, но вам же самой будет лучше, если вы поймете, что это все означает, да, потому что сейчас вы находитесь в таком достаточно
подвешенном, на мой взгляд, состоянии, вот, и вам это, конечно, на пользу не идет. Вот, ну и очевидно, что у вас с мужем не все гладко, раз появился любовник, тем более на второй месяц после брака. Соответственно, здесь тоже можно как-то постараться отношения гармонизировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.